самое главное, что человек, который убирает, он никогда потом не будет сорить. Грабли в руки и вперед очищать территорию. Несмотря на непогоду, жители Одинцовского округа с решительным настроем вышли в парки, на площадки и во дворы на общеобластной субботник. Если мы это все уберем, нам самим здесь и жить, и работать, и гулять, и тренироваться будет намного приятнее. Депутаты Мособлдумы от «Единой России» Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков каждый год принимают самое активное участие в субботниках. Они уверены, только совместными усилиями можно обеспечить чистоту в городе. Мы общаемся, у нас и шутки, и все, и мы с удовольствием убираемся, потому что, в принципе, понимаем, что мы делаем хорошее, доброе дело. Субботники прошли по всей Московской области. В Одинцове на весеннюю уборку вышло более 40 человек, и самых юных жителей, и пенсионеров. Весь необходимый инвентарь им предоставил муниципалитет. Активисты очистили от мусора Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха и площадку для выгула собак на Красногорском шоссе. Эмилия Аркелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».